Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Funny Games, и сегодня мы с вами будем проходить, ребятки, зомби-машины. Ну что ж, ребяточки, погнали, посмотрим, что у нас здесь, ребятки, ждет. Как всегда, у нас здесь заставка, ребятки, я сижу на бочке и смотрю в бинокль. А что у нас там в бинокле, ребятки, кто-то идет? Неужели это зомби, ребята, они хотят нас съесть, и тут по рации мне кто-то вещает. Алло, алло, чувак, приезжай в аэропорт, у меня есть самолет, мы с тобой сейчас на самолете Б-13 долетим до пункта спасения, быстрее приезжай ко мне. Так, это мне нужно ехать от... вот сюда вот. Так, ну что ж, ребяточки, у меня есть такая вот шалемага. Вот такая вот машинка. Разбитая. Непонятно вообще, на что она, ребятки, собственно, и похожа. Так что давайте купим колеса, наверное, к ней. И поедем, посмотрим, ребяточки, что же нас ждет в этом замечательном уровне. Ну что ж, ребяточки, погнали. Вау, ребята, посмотрите, сколько зомби попытается на нашем пути. Так быстро бензин закончился. Да не может быть. О, 3 зомбика я завалил. Так, ну что ж, ребятки, нам надо накупить бензина, потому что он стал быстро у нас кончаться. Так, ну что ж, так, 8, 8, 8, ага, все. Поехали. О, теперь у нас, я думаю, бензинчика будет намного больше. Теперь мы сможем сбить больше зомби, как всегда, ребятки, и дойти, как всегда, дальше, к большим уровням и к большим победам. Так, ребяточки, ну что ж, отличненько. Посмотрите, у меня $53 есть. Все, почти полный бачок сейчас мы купим и будем дальше улучшать наш автомобиль. Первый зомби пошел. Давай, давай, малыш. Я уверен, ты всех зомбиков перебьешь. Ребятки, у меня какой-то, наверное, Volkswagen Жук. Я так понимаю. Но он уже, ребятки, немножко подзаржавел. И ему надо бы капитальный уже такой, так сказать, ремонт. Так, ну что ж, довольно далеко, ребятки, мы с вами заехали. Так, теперь давайте, наверное, уже полный бак зальем. Все, ребятки, теперь у нас полный бак есть. Давайте купим, наверное, двигатель, который будет намного лучше, чем предыдущий, потому что предыдущий двигатель у нас заводской, а это у нас уже кастомизированный. Так, ну что ж, довольно неплохо получается у нас. Ребята, это в переводе означает мозги. Зомби ищут мозги, ребятки, чтобы они могли питаться. Я один нормальный чувак, который остался, ребятки, выживший. Все остальные слабые погибли. Но стоит, ребятки, еще отметить тот факт, что нас в аэропорту ждет еще какой-то чувак. Так, давайте, наверное, коробку передач купим. И, наверное, купим вот такую вот штуку, которая будет немножко нам помогать справляться с зомбиками. Это так называемый бампер защитный. Так, ребята, ну что ж, 5-й день, погнали. Ну что ж, смотрите, я уже с легкостью зомби перебиваю на 2 части. И это просто, ребятки, замечательно. Я хочу сказать, наш Volkswagen Жук, ребятки, едет с нормальной скоростью. Бензина вроде бы пока достаточно. Вау, вот это мы зомбиков, ребятки, завалили. Ого, даже до ящиков доехали, ребятки. 122 бакса мы с вами заработали. Теперь мы с вами можем, ребятки, купить буквально следующее. Так, это новый двигатель. И, ну, пока что все. Так, давайте хоть этим будем радоваться. Ох, как быстро стала ехать она, ребята. Раньше она так быстро не ехала. Это что-то просто замечательное. Теперь мы с вами сможем доехать, ребятки, намного дальше, чем этого хотят зомби. А зомби нас хотят съесть, как мы знаем. Так, ну что ж, наш Volkswagen Жук, ребятки, показывает довольно-таки неплохие характеристики для своего состояния. Потому что у меня, посмотрите, ни окон, ни дверей, собственно, да. Ой, давай газуй. Ай-яй-яй, не доехал совсем еще немножко. Наверное, зомбики меня там уже конкретно съели. Так, ребятки, ну что ж, у нас есть новая коробка передач. И я думаю, теперь мы будем еще быстрее, ребятки, переключаться между скоростями. И теперь мы будем, ребяточки, приезжать к финишу все-таки первым. Отлично. Просто. Отлично, ребята, просто круто. Так, ну что ж, что же, ребятки, покупаем новые, конечно же, колеса. Покупаем, ребятки, наверное, ускоритель.
Так, 4 уровня ускорителя у нас есть. И, собственно, ребятки, погнали, посмотрим, что этот ускоритель нам дает. Ого, ребята, посмотрите. Ого, вот это мы взлетели. А посмотрите, какие у нас крутые, ребятки, стали колеса. Реально круто. Мы скоро заделаем эту тачку, ребятки, полностью. И, собственно, будем проходить эту игрушку потихонечку дальше. Ранее, ребятки, мы играли во взломанную версию. И как я почитал по комментариям, вы сказали, что взломанная версия вам не нравится. Значит, вот я, собственно, и поиграл вот в такую версию. Чтобы вам более-менее она нравилась. И чтобы вы смотрели мои видосики и вам было приятно, собственно, их смотреть. Так, ну что ж, осталось совсем еще немножко. Ого, посмотрите, я купил себе новую защиту, которая, ребятки, распиливает зомби на все части. Давай, распили этого зомбака. Вот так, вот отлично. Вот, вот, еще одного. А, классно. Вот это да. Давай, ребяточки, нитро, нитро. Отлично, 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 отлично. Просто супер. Давай, газуй, газуй, малыш. Я знаю, ты приедешь первым. Так, ну что ж, довольно-таки далеко, ребятчики, мы заехали. Мы можем, наверное, уже купить, наверное, на всю максимально этого и оружие, ребятки. Ну, оружие мы максимально еще не купили. Ну, собственно, давайте сейчас с вами это сделаем. Вау! Ого, вы видели, с какой я скоростью, ребяточка, только что спустился со склона. Это реально огромная была скорость. Вау, вот это да. Отлично, отлично, отлично. Так, ребятушки, ну что ж, я вам хочу сказать то, что автомобиль уже заделан нормально, а бензина все равно мне не хватает, ребят. Бензина мне не хватает. Так, давайте идем в гараж. Давайте купим. Все, ребятки, у нас машина заделана, так сказать, полностью. Но мы на этом автомобиле попросту с вами не доедем. Нам в любом случае нужно покупать, ребятки, новый автомобиль. Так что давайте с вами сейчас заработаем денег и купим новое авто. Давай, 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 давай. Так, ну что ж, довольно-таки неплохо, ребят. Неплохие характеристики показывает данный автомобиль. Но, как вы знаете, бензин у нас закончился, и зомбики нас, ребятки, захватили. Так, буквально 10 долларов, ребят, не хватает для того, чтобы купить новое авто. Но сейчас мы их с легкостью заработаем. Купим его, чтобы пройти этот уровень уже. Вау! Давай, 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 давай. Погнали, 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 погнали. Отлично! Просто супер! Ребяточки, если вы еще не подписаны на мой канал Funny Games, обязательно подписывайтесь, ставьте пальчики вверх и комментируйте мои видосики, а я буду на них отвечать по возможности, если у меня будет время. Так что давайте, ребяточки, поедем уже скорее. Вау, да-да-да-да-да. Все, ребятки, у меня закончился бензин. Так что давайте перейдем в гараж, прикупим новое авто, купим, наверное, новый двигатель на нее. И купим, наверное, галлон бензина. Так, ну что ж, теперь, ребяточки, поехали. Нам нужно доехать до заправки. Ого, ребятки, вот этот автомобиль намного быстрее, чем предыдущий, ребятки. Хоть это и гусик такой, рафик, но он намного быстрее. Вот только посмотрите, как он едет. Отлично, ребятки, он справляется со всеми препятствиями практически, представляете? Его немножко еще чуть-чуть подделать, ребятки, и я доберусь до этой заправки и пройду этот уровень. Ого, куда заехал, ребят. Почти доехал до финиша. Теперь нам нужно купить бензина. И... А больше мы ничего не купим, ребят. Собственно, теперь мы точно доедем до финиша. И никакая защита нам не нужна, потому что у этого автомобиля, ребятчики, двигатель, собственно, такой мощный. Эта машина предназначена для того, чтобы водить различные грузоперевозки, видите, людей возить. Так что мы, собственно, одни там, весу в машине немного. И мы с вами теперь с легкостью доберемся до финиша.
Эй, ребята, бензин уже начинает там моргать. А, ребятки, нет, не хватило. Вы представляете, не хватило. Насколько бы мощный автомобиль не был, не хватило нам бензина, вы представляете? Так, ну что ж, сейчас посмотрим, может сейчас доедем. Давай, зомби, добей этих гадов, которые хотят нас все время сожрать, которые нужны нашим ампирикам. Да. Я эту игру когда-то уже, ребятки, проходил очень давно. Но как-то постепенно к ней возвращаюсь, потому что подписчики просят, говорят, что Юра, мы хотим зомби-машины, давай проходи заново, только проходи обычную версию, мы не хотим, чтобы ты проходил версию взломанную, так как там все открыто, это нечестно, ты взломал, так что давай проходи обычную. Но некоторые подписчики также просят, чтобы я играл именно во взломанную версию. Так, ребятки, не доехал буквально пару метров до финиша, так сказать. Не доехал пару метров до финиша. Но... я не знаю, сможем ли мы доехать с ускорителем. У нас его очень мало, ребят. Посмотрите, у нас две таких ветродуя, которые будут помогать нам справляться со скоростью. Но я не уверен, что это нам поможет, потому что... их очень мало у меня, этих скоростей. Просто сами зомби, вы видите, когда я в них вырезаюсь, они тормозят мой автомобиль. И я, получается, трачу больше бензина и больше ресурсов на то, чтобы преодолеть то или иное препятствие. Ну и вот и все, вот и закончилась моя, ребят, деятельность. Ну что ж, ребятки, отличненько, мы доехали до заброшенного здания, ребят. И тут, ребяточки, нас отличненько. Мы переходим, ребяточки, на второй уровень, и это просто, ребятки, замечательно. Вот так вот постепенно, с каждым днем, ребятки, с каждым уровнем мы все-таки пройдем эту игру. Так что, ребятки, ну что ж, ребятки, давайте, наверное, подходим к концу уже сегодня. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. С вами был, как всегда, Юра, ребятки, вы были на канале Funny Games. Так что, ребяточки, подписываемся, пока-пока.